Хорошо тут у нас. Очень хорошо. Очень замечательно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас рыбалочка. Не обращайте на меня внимания, я после тюнга уставший. Да, до этого сейчас ролик будет. Да, Юрка уже ознакомился. Уже бьет копытом, тоже хочет туда. Ну, сегодня проверим тычки на налима. Посмотрим, как до чего. Друзья, здравствуйте, рад вас приветствовать. Давайте начнем. Кстати, вот такая вот у нас погодка. Гляньте. Вот так вот у нас все интересно. Это, считай, потеплело. Даже очень. Так что вот так. Было 36-40. Сейчас очень комфортная температура. Очень комфортная. Так что... Чаивайся, самое главное. Так. Чаивайся. Что тут у нас? Что тут? Кто тут у нас? Что тут? И не борется, главное. Такой тут личный. Красавец. Очень красивый. Очень красивый. Очень вкусно жареный. А печень какая? Только она будет зимой, да? Да уже есть. Ну, зимой круче, конечно. Ай, ну просто... Особенно в март. Великолепие. Хорош, хорош. Все самки на лимушка. И тут еще один. Лунка за лункой прям. Ну что ж такое? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Красота. Два. Да, 2 килограмма. Тут 3 килограмма, тут 2 килограмма. Отлично. По суеверию, ножик должен оставаться возле той лунки, где есть налим. Вот если вот тут не будет, что, есть, нет? Нет, то ножик все равно здесь остается. Срезать налима. И так можно за ним аж от фиг его знает откуда прибежать. Народ суеверный. Народ суеверный. Рыбаки народ суеверный. Всегда без рюкзака на зайца. Где оно совпадало? Без рюкзака на зайца? Он донесет обязательно. И он недалеко уходил совсем. 100 метров уйдет, бах, выстрел. И тащит. У палатки бросил в другую сторону. 100 метров ушел, бах, выстрел, тащит. Без рюкзака всегда. Или он в наши рюкзаки кидал. Это. Оденет рюкзак, он пустой, это горячо. Да-да-да. О, рыбаки. Рыбачки. Рыбаки. Говорят, рыбаков нет. Вот рыбаки. Всего 30 метров. Вон они. Ага. 20 тысяч населения. Конечно, будут. Куда они денутся? Ну, не 20. Ну, с Антоновкой возьми, что будет. Че, как? Антоновка же это уже не рыба. Есть, нет? Нет. Блин. Жалко. Трещина через лунку прям прошла, бабах! И все. И дальше по снегу. А там уже не видно. И туда, туда, туда. Через чьи-то, интересно, следы. Да, тут раз, два, три, 4 разных вида следов. Ни одни не человеческие. Вот эта строчка интересна, чья вообще. Странно, это вот в одну сторону пошла вот туда. А это вот тын-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 тын. Через весь Вилюй. Прикольно. Опа. Суеверная какая-нибудь тема. Меня сегодня интересует. Топ-топ-топ. Чё, борьба идет? Не на жизнь? Голову не могу завести. А на смерть. Слушай, все какие-то Дубой, сегодня, ух ты, блин. Хорошая. Смотрите, ух ты. Какие замечательные. А нож? А нож далековато. Пошел за ножом. А я пошел лунки брить. Большой? Да ладно. Небольшой.
Ты себе льстишь, друг мой? Значит, небольшой. Вот это небольшой. Так небольшой. Погнали дальше. Погнали дальше. Чуть там блеск-то звенит. Давай. Ну тоже неплохой, тоже неплохой. Короче, идут в этот, в один калибр практически. Ну. Килограмм туда, килограмм сюда. И все самцы. Все самцы. Все самцы я разделывал. А-а-а. Мальчики прорываются на ней. Мальчики к девочкам. Как всегда. Трещине надо было через него пройти. Да, кстати, блин, я же трещину вот снимал. Вот, и вот он чисто через эту лунку проходил. Сейчас мы вытащим блинка. А, сейчас. Сейчас. Блин, еще и шнурок. А его отпустить можно? Смотри. Да вообще так не поранился. Мистика так мистика. Мистическая. Давай. Найс виш. Иди давай уже. Отпускает. Оп, и повилял хвостом. Не его сегодня день, не его сегодня калибр. Его судьба еще не предрешена. Да, мы сегодня без живцовой рыбалочки. Так. О, греет крючок, как всегда. Вот почему спрашивают, да зачем столько мелочей? Я бы рыбалку в этом году вообще не состоял. Yeah. Вообще никак не состоял. Абсолютно верно. Вот. Калибр наш. Сегодня, смотрите, какой. Закалиброванный. А? Все как на один. Как под расческу все. Один и тот же выводок. Все пацаны и все, смотрите, какие. Вон, у меня 43-й размерчик, если что. Вот так вот. В своем репертуаре. Опа! Ну да, тот же, почти тот же, как тот же, и длина та же. Угу. Да. А? Душка. Душка, точно. У нас второй такой есть. Да-да. Пошли помели. А что ты думаешь, малыш, что? Я думаю, да. Ну да. Да. Но. Но все одно. Здесь как и на 6 килограмм может пойти, как и на кило. Ну это 2, да? Это же тоже 2, да? Это 2. Около 2 месяцев. Угу. Тоже не бритый. Не-а. Я не бреюсь. Ты не бреешься перед рыбалкой? Какой? А еще какие-нибудь суеверия такие интересные у тебя есть? Не, все. Все? Нож, если нож не таскать, раз, не бриться перед рыбалкой. Если зовет сестра, говорит, что болит нога, да? Хочешь бриться перед рыбалкой? С вечера брейся. С вечера бриться? Конечно. Мне такое хочется, я и не бреюсь, ага, перед рыбалкой. Ну, как видишь-ка, ничего себе. Поэтому и ловится, слушай, наверное. Не крайний. Сейчас не крайний, крайний тот вот. Эти. Чего? Что там такое? И не отпустишь. И не отпустишь. Потому что глотнул сильно. Жаль. Здесь сразу сырье торчит. Можно отпустить. Сырье не торчит, можешь даже не заглядывать ему в рот. Да, капец ему будет, да. Не зря ты его сюда поставил. Вовремя прочухал, да? Тоже что-то крупная, дерганая. Ну этот не малыш. Вода давит. Ух ты! Крючок воды. Вон он. Крючок где? Извините. Это кандидат на сход был. Если бы еще два дня проболтался. Хуя! Как его выдрать? Давай. Не? Не оглушенный. Все, готово.
большой, капец. Рекордсмен самый сегодня. Сняли? Кто-то есть. Кто-то есть. Слушай, ну блин, как так-то? Все один в один. Отлично. Кто видел себя? Ой, блин, червячный. Червячный жаренка. Червячный жаренка. Ну а что делать? Не все ж больших вытаскивать. Внести все законы суеверия можно и на перелов. Ничего страшного. О, нормальный. Калиброванный. Калибр есть. Где-то там, наверное, стоит рабица такая большая. Она их калибрует. Да-да-да. Камни большие не проходят. Че? Дал так дал. Порядок, да? Одна, по-моему, лунка такая пустая. Беленький такой. Хорошечный. Крошечный. Крупный, нет? Сейчас скажу. Да. Ну, пойдет, конечно. Конечно же, пойдет. Естественно. Линок, щука или налим? Что? Что тут? Давай, я говорю, налим. У меня самый большой шанс. Хочешь победить? Конечно, любой сезон. Че, хороший? Опять мертвый. С этого же крючка. Последний. Да. Ну, значит, он здесь, вот возле мели, хорошо ловится. Сразу попадает. Ребят, угу. Первую же ночь. Вот так. Два из трех опять. Два из трех. Надо. Нормально. Вот такой шикарнейший сегодня у нас улов. Просто великолепный, я бы так сказал. Все как на подбор. Все одного калибра и веса. Все равны как на подбор. Да. И дядька, что там. Это ж просто замечательно. Рыбаки, народ суеверный, дорогие друзья мои. И это точно. Так вот наша рыбалочка заканчивается. Перекур. Сейчас весь улов на саночке, в мешок, на санки и домой. Друзья, до скорых встреч. Никогда не болейте, ребята. Будьте всегда счастливы, чтобы все было у нас хорошо. Чтобы все было у нас замечательно. До свидания. По домам. Юра, ты просто красавчик. Да. Вообще замечательная рыбалка. Хотя я уже и некомфортно рыбачить. Вот есть такие люди, у них своя стезя. Лежит икра на блюде, а он про карася. Как заведет, где ловится, на что, когда ловить. И он не остановится, его не перебить. Ведем тут разговоры про лодочный мотор. Какой купить Яваху, а может Метеор. Он тут же вступит в споры, чего тут говорить. Ведь на Ямахе невод удобней заводить. На винт не намотаешь, у ней оборотный винт. Юрок он точно знает, как неводом ловить. Сколько помним мы его, он служит в авиации. Но как старый капитан ждет новой навигации. Человек он непростой, все про рыбалку знает. Даже ночью он с женой о спиннинге мечтает. Загляни в его глаза, там костер рыбацкий. Он не хвастается зря и не травит басни. Если нельму на блесну на 20 килограмм, верьте на слово ему, ни грамма не соврал. Самоловый на налима привез ему Олесь. С нетерпением ждет он зиму, схуднул и взвелся весь. Надо срочно наловить жирного живца, а еще нагрузила нас собирать свинца. Холодильник он гальяном забивает с лета. Там аквариум стоит, а не борщ с котлетами. А в морозилке печень
зимнего налима, строганина с печени, скажу вам, несравнима. Вот такой заядлый рыбак есть на Милюе, у него и на кукиш любая рыба клюнет. Пусть всегда тебе везет, Юра, рыбачок, и никогда не разогнется ни один крючок. Пусть всегда тебе везет, Юра, рыбачок, и никогда не разогнется ни один крючок. Пойдемте рыбачить.